красивые рисунки. Что это? Ноль? Первый присоединился. Смотри, как кто у нас еще не спит. Да подожди, где ты спешить на завтрак? Давай покажем, что у нас здесь красивого есть. Давай посмотрим. Всем привет. Мы долетели до Челябинска. Это их лучший отель здесь. И он действительно сильно неплох. Привет, Орлу. Все спят? Да, мы уже прилетели. Сейчас идем на завтрак, и нам очень повезло. Мы в 6.05 заселились в отель, а завтрак начинается с 6.30. Доброе утро, Твери, с Петроградки привет. Почему не спим? Потому что только долетели. Как полет? Полет был нормальный, да, разница во времени 2 часа. Отель прикольный. Нам тоже очень сильно нравится. Привет из Рима, у нас ночь, у нас уже утро. Ну все, пойдем на завтрак. Да, я в Челябинске. Да, выглядит как дворец. Все очень классно. Показать балерину? Потом, на выходе покажем. Держи, Зай. Нет, пожалуйста, все, вы можете проходить. Чай, кофе для вас можно приготовить? У меня чай, и свежий сок потом будет, да? Так. Что? Да, конечно. Чем кормят? Да, для этого и собираюсь показать. У нас здесь вкусненькие завтраки, они у нас уже включены. У нас, наверное, будет омлет, любимые сырники, у меня будет каша, круассаны, свежевыжатые соки. Все выглядит вот так. Нет, это не Кремль, это вот такой вот шикарный, обалденный отель здесь, в Челябинске. Я реально не ожидал, очень красиво. Таганрог, привет. С Мишей встретимся с утра, когда он приедет, а мы сейчас позавтракаем и ляжем часиков на 5 поспать. Гостиница называется Витгов в честь основателя этой гостиницы. Да. Кто мы? Вроде как не гуманоиды с планеты Земля. Завтра увидимся. Отлично. Ну что? А нет, надо с вами позаказать завтрак. Пойдемте посмотрим, что у них здесь хорошего. Кипуаны в Челябинске? Не знаю. Витгов вы знаете, меня не знаете. Странно. Но, видимо, я несколько в более западной месте живу. Что, Зайка? Да. А какого мы будем? Я могу предложить классическую, можно добавить овощи, ветчина, сыр. Что желаете? Овощи, сыр, но без ветчины. А мне можно... Овощи какие? Перец, но не лук. Не лук? Да. Можем все добавить, кроме лука? Да, да. А мне только сыр и помидоры. Слушайте, номер стоит здесь не так и дорого. Номер стоит только 6000 рублей в сутки, по крайней мере наш. На букинге на него скидка, так что нас вполне устраивает. Жена все страннее и страннее, да. Ну, посмотрим. Да, мусичок мой уже такой аппетитненький. Какой час у нас? 6 часов 33 минуты. Или 35. Да. А здесь вкусняшки. Утром же можно? Это же уже не ночь, правда? Шикарный отель. Все прикольно, все красиво. Ну что, с вами были мы. До новых встреч. Всех увидим уже завтра. Мася, попрощайся. Спасибо. Челябинску всем привет.